Мэр Сочи пригласил на совещание не только сотрудников администрации, но и представителей правоохранительных органов и коммунальных предприятий. Из-за большого наплыва отдыхающих в эти дни нагрузка на все городские структуры увеличится, поэтому важно предупредить появление непредвиденных ситуаций. План работы представили и аварийные службы, и предприятия жизнеобеспечения. Особое внимание к безопасности. Она будет обеспечена в том числе и при помощи ситуационного центра, который отслеживает данные с уличных камер видеонаблюдения. За каждым монитором находятся ваши сотрудники, наши сотрудники, полиция. Вы можете тоже, в принципе, командировать туда. Такое количество камер, это ваши надежные помощники к тому, чтобы увидели, что, возможно, какое-то будет происходить преступление, сразу же его предотвратили при вашей помощи. Более 200 мероприятий запланировано провести в Сочи в начале мая. Это будут и парады, и концерты, и народные гуляния. Пройдут они во всех районах курорта. Насколько к этому готовы площадки города, а также как прошло благоустройство улиц накануне праздников, это глава Сочи будет проверять ежедневно во время обходов.